Друзья мои, всем привет! Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать и показать еще один вариант наружного монтажа бойлера. Как это можно сделать красиво, для того чтобы монтаж бойлера не испортил внешний вид вашего помещения. Ну как-то так. Поехали! Итак, обратите внимание, смотрите, вот у нас бойлер фирмы Ariston Velix. Бойлер на 80 литров. Смонтировали мы его на систему инсталляции. Вот у нас здесь горшок, здесь вот импровизированный короб тоже обложили все плиточкой. Здесь вот у нас за стенкой находятся трубы и канализация. Кстати, смотрите, здесь нигде нету люка скрытого монтажа под плитку. Мы его не ставить, потому что не было необходимости прятать счетчики. Счетчики мы поставили в другом месте и, соответственно, избавили нас от необходимости устанавливать люк. Монтаж бойлера происходил по открытой системе. Здесь у нас есть два вывода. Здесь горячее водоснабжение, здесь холодное. Это можно определить по вот этим вот маячкам. Горячий красный, холодный синий. Данный кран у нас установлен просто для эстетики. Им пользоваться нет необходимости, так как у нас есть другой кран, который расположен в другом месте. И там, перед этим краном, установлен предохранительный клапан. Такой монтаж без предохранительного клапана до крана не рекомендуется делать, так как давление в бойлере при нагревании расширяется. Следовательно, этот кран всегда должен быть открытый. Это у нас он установлен только, я повторяюсь, для эстетики, чтобы было красиво и красиво смотрелось. Два одинаковых кранчика, но разными маячками. Эти краны нам нужны также для того, чтобы при необходимости снятия бойлера мы могли просто перекрыть данные краны. Ну, естественно, слить предварительно воду. Закрыть кранчики и снять бойлер. Вот весь монтаж бойлера. Вот, в принципе, вот так вот он выглядит. Здесь вот розетка, куда будем подключать питание нашего бойлера. Также здесь регулируемое табло для задания нужных нам температур и режимов. Теперь самое главное, где у нас произошел монтаж нашего бойлера. Где у нас находится предохранительный клапан, где у нас находится кран для слива воды с бойлера. Как вы думаете? Ну, я думаю, все уже догадались, мои подписчики, потому что все следят за моими сторисами в Instagram. Все у нас находится вот здесь, за этой кнопкой. Вы думаете, как может все это уместиться за этой кнопкой? Ведь там ведь нету места, там ведь просто инсталляция. Я вам скажу так. Если есть фантазия, если есть опыт, можно сделать все, что угодно и впихнуть невпихуемое туда, где это нереально. На канале Перестройка 116, то есть у меня на канале, есть видео там, где я монтировал в систему инсталляции кран для регулировки подачи воды на гигиенический душ. Посмотрите это видео, ссылка вот она здесь. Загляните, посмотрите, поверьте, нет ничего невозможного, просто есть желание, есть нежелание. Когда нет возможности смонтировать нормально, мы всегда придумываем что-то другое, что-то иное, которое позволяет нам уместить то, что не умещается, туда, где невозможно. Ну, то есть, инсталляция – это такое пространство, то место, куда вы можете засунуть любой кран, любую регулируемую систему для того, чтобы как бы скрыть это от глаз при необходимости, чтобы был легкий доступ и легкий и безопасный монтаж. В общем, система инсталляции как раз идеально подходит для того, чтобы туда засунуть дренажные трубки, туда засунуть предохранительный клапан, туда засунуть сливной кран и систему подключения бойлера. В общем, смотрим дальше. Для того, чтобы у нас был доступ туда, за кнопку, нам не нужно ничего откручивать, нам не нужны никакие дополнительные действия, просто мы снимаем кнопку. Вот таким вот образом мы приподняли и кнопочку сняли. Так как это система инсталляции крои, она у нас пневматическая. Вот. Нет никаких там дополнительных механических рычагов. И теперь после снятия кнопки мы уже видим наше подключение. Вот основной кран для перекрытия воды доступа к бойлеру. Здесь у нас установлен дренаж. Это у нас предохранительный клапан. При расширении давления воды он отсюда будет капать прямо в инсталляцию. И это у нас кранчик для слива воды из бойлера.
То есть все мы будем сливать прямо в инсталляцию. Соответственно, отсюда будет уходить через унитаз в канализацию. Как видим, все очень просто. Просто вот об этой всей системе нужно продумывать заранее. Естественно, вот такой монтаж не в каждой инсталляции возможно сделать. Система инсталляции Гроя идеально подходит, так как отсутствуют все механические переключения. Инсталляция Гроя позволяет сделать даже вот такие вот монтажи. Ну, в принципе, по подключению бойлера есть у меня отдельное видео. Можете зайти посмотреть, как я подключал. Вот это все, что сейчас мы не видим, есть про это отдельное видео. Зайдите туда, тоже посмотрите. Ссылка на вот здесь. Оцените этот монтаж и подумайте, можно ли сделать такой монтаж у вас, допустим, если вы делаете, в принципе, то же самое. Возможно ли это сделать у вас? Я думаю, нет ничего невозможного. Любой желающий, любой мастер, который может фантазировать, может придумывать, может соорудить данную конструкцию у себя на объекте. В принципе, меня данная система монтажа устроила, облегчила, так сказать, мою задачу. И мы идеально скрыли все, что не нужно видеть. Открытая полка, открытый доступ, открытый монтаж. Все это у нас есть. Вот, теперь делаем выводы. Делаем заметки для себя, сохраняем данный вариант монтажа и пишем в комментариях ваше мнение, ваши пожелания, ну или что там вы еще хотели мне сказать. Далее ставим лайк, подписываемся на канал, если вы еще не подписаны, смотрим другие видео. Также можете все пролайкать, заходите на мой инстаграм аккаунт, тоже там подписывайтесь. В сторисах я выкладываю все свои работы, так что смотрите и оценивайте. На этом на все. С вами был, как всегда, Лена Гарипов на канале Перестройка 116. Всем пока, до новых видео. Увидимся. Друзья мои, всем привет. Сегодня в этом видео мы будем монтировать бойлер Ariston. Будем монтировать его в нашем санузле. Будем его подключать к системе водоснабжения и использовать нестандартное мышление для подключения. Мы должны сделать это все красиво и аккуратно, потому что бойлер... Он у нас будет находиться в открытом виде, и желательно, чтобы ничего лишнего не мешало и не было видно. Поэтому вот такие уголочки, вот такие вот кранчики, это все, что у нас будет видно и все, что будет доступно. Остальная вот эта вся система, мы ее скроем, уберем с глаз долой и сердце вон. И эта вот конструкция, она будет у нас абсолютно недоступна для тех, кому она не должна быть доступна. В общем, все это мы спрячем, а вот это все мы оставим.